Желтобрюх, а ты бы хотел стать супергероем? Конечно! Кто не хочет? Всем привет! С вами снова я, желейный медведь Валера в Майнкрафте. И со мной сегодня Желтобрюх. Всем привет, дорогие друзья! Да, и сегодня я тут подумал, и сегодня мы будем становиться супергероями в Майнкрафте. Поэтому что ж, ставьте лайки. Стой! Неужели это какой-то костюм лежит? Где? Вот. О! Ну-ка, одень его. А у меня что? Ух ты, у меня тоже какой-то костюмчик. Ну-ка, сейчас глянь. Черная пантера! Ничего себе. Это костюм черной пантеры. Круто. Блин, тебе подходит прям. Все, ребята, мы, походу, уже супергерои. Ну, это просто обычные костюмы. И это просто сшитые костюмы, конечно, но у меня еще есть, кстати, оружие. Я тебе могу какое-то оружие дать. На. Дай. На. И я тебе могу этот... Ого, что это? Могу тебе этот меч дать. Или этот. Этот или этот. М? Этот. Вот этот радужный? Этот. Да. На. Ого! Это тебе. Да мы прям супергерои. Так, значит что, погнали тогда идти? Так, что будем делать? Пойдем. Кстати, я не видел ни разу нашего соседа. Идем мы его навестим. О, кто-то стоит, кто-то стоит. Здорово! Здравствуйте! Здравствуйте, че вы? Ладно, какой-то странный он. Идем в гости к соседу. Так, сосед! Так, сосед! Никого нет. Что это такое? Странно. Идем на второй этаж, может, он там где-то. Угу. Сосед! Эй, сосед! Ты тут? Сосед! Что с соседом? Ну-ка, ну-ка. Я наступала, дура! Ну-ка. Ничего себе, конечно, у него тут. Ого. У него тут много вещей, слушай, он какой-то богатенький. Я открыл сундук, и тут у него молотора был, прикинь. Ну, видимо, он какой-то, не знаю, богатый или тоже супергерой. А что это? Отойди, я стрелять буду, я хочу просто проломать пол вниз. Ну-ка. Оп. Давай я тоже попробую стрелять. Ой! О нет, вот дом сейчас горит! Это мы зря, конечно. А то его дом сейчас горит, а мы что потом ему скажем? Мы супергерои. Все, вот тут дырка, прыгаем. А как же подошел в этом Дора его дом? Не знаю. Здравствуйте. Это кто? Ой, там кто-то на улице. Стойте, не деритесь, не деритесь, не деритесь. Драться нельзя, не деритесь. Ой, он меня бьет. Бьем его. О нет, он мне сейчас... У меня есть перчатка Таноса. Блин, его даже это не останавливает. Надеюсь, сосед не обидится. Но мы должны убить этого. Этого дурачка. Ой, там еще за забором один. Да. А, что он снова от меня бежит? Я его отключил. От связи с интернетом. Бьем их. Мы их должны убить. Они вообще офигели. Они, наверное, соседа где-то держат. Слышите, вы, держатели соседа. Сколько у них вообще жизней, блин. Они какие-то бессмертные, что ли. Сколько у вас жизней? Вы что? Ладно, придется вас убить так. О! О нет, у меня мало жизни, если они меня убьют, то все.
Давай футбол, лови его. Что? Они вообще какие-то... Давай вот Тора. Получи. Он телепортнулся и испугался. Сколько у него вообще жизни, ё-моё? Мы его сейчас будем убивать пауки. Он бессмертный. Так мы второго как-то убили, так стой, надо отхилиться мне. Дух, он был очень сильно ранен. Вряд ли. Так, надо... Ладно, держи Чапалаха. Ой, обалдеть, он хитрый такой. Мы его должны от дома отводить, потом убежим. Пускай он тут будет. Хотя ладно, надо его убивать. Давай, бьем. Фух, ну надо жизни, слушай. Отойди, желтобрюх. Опа. Ой, нет, желтобрюх, аккуратно ж. Надо... Да мне замолкни твои удары. У меня есть перчатка бесконечности. Мне любые удары уже не почему. А, ну тогда окей. Вот, я уже вообще бессмертный. А нифига, насколько сильно он ударил, что у меня хп отнялось. Ничего себе, он очень сильный. Надеюсь, вот так оно у меня вообще не отнимается. А он ударил так, чтобы КП отнялось. Ничего себе, он какие-то читы скачал, что ли? Убей, ура! Ладно, пойдем еще других убивать, ты понимаешь? Они могут быть не одни, там может быть их целая армия еще. Ой. Попугай, барсук, мышь, крыса, бурундук. Попугай, барсук, мышь, крыса, бурундук. Так, ребятки, еще обязательно пишите в комментариях. Обалдеть, их тут целая армия. Слушай, может, они добрые? Здравствуйте, дорогие друзья. Никита, не мы. А этот вообще уснул. Ой, я его разбудил. Так, стой, давай его из бассейна выкидывать, потому что он вообще офигел в бассейнах плавать. Так, ну что, желтобрюх, погнали тогда уже домой. Они, я так понял, добрые, наверное, они пришли. Ух ты, там кто-то стоит, может, это ведьма, может, она тоже добрая. Эй! Где кто? Ой, она ушел. Ведьма здесь, я здесь. Я тут, ты где? Куда ты, где? Я сзади. Вот он я. Ведьма! Ой. О, нет! О, нет, я сейчас могу умереть. Так, пойдем еще осмотрим дом. Да, надо еще пойти осмотреть дом. Ой, Танос! Где? Тут еще одна ведьма! Убивай! Одно хп у меня! Что? Ее даже такой сильный меч не может убить! Ведьма какая-то живучая очень сильно! Это ты еще не Таноса! Ты же Таноса! Как это понимать? Еле ее кокнул! Помогай три Таносу! Суперперчатка бесконечности! Ай! Ай! О нет, я сейчас сгорю! У меня так-то нет перчатки. Ой! Перчатка бесконечности, давай, работай! О нет, был хп! Ай! Давай, живи! Ай, он меня сейчас убьет! Я должен пожертвовать собой ради мира во всем мире! Иди сюда, я тебя спасу, давай! Два Таноса дерутся! Два Таноса дерутся! А чего ты хотел? Два Таноса... Ого, тут пожар! Желтобрюх, иди сюда! Я в них буду пуляться! Да, пуляйся, вот так надо! О, нет! Ай! Обалдеть, я тебя спас, но ты на забор прыгнул! Все, за забором стреляли. Ай! Я сейчас умру! Ладно, все, уходи, иди хилься. Беги! У меня есть перчатка бесконечности, но даже с ней я могу умереть.
пошел на все. Все так. Рубиновый меч. О нет, это какая-то еда, сейчас умру вообще. Да блин, их целых три, понимаешь, их трое, а мы одного не можем убить. Да там двое дерутся, ты видишь? Ну да, но мы должны этого хотя бы убить для начала. Помогай, желтобрых тебя сейчас убьют. Не убьют, я бессмертный. Ну как бессмертный, у меня очень много жизни. Сколько надо, блин, всадить патронов в этого Таноса? Знаешь, сколько много у меня жизней? Сколько? У меня не много жизней, но они, одна жизнь где-то в 100 раз сильнее одной. Оба они все дерутся вместе. Все, просто отойдем от них. Давай, только опять меня ложать. Команда, что это такое? Таносы еще называются. Он ты пыхнулся, что они такие крысы? Ну сколько сильно ты ударил, то что мне одно сердце отняло сзади? Да я вижу, он у тебя загрелся. Короче. Обалдеть, меня все зависло. Бьем их, бьем. Его добить. О нет, он хочет напасть на мирных. На. Что там происходит? Я бьюсь с последним Таносом. Он не сдержит двух Таносов сзади. О нет! Пожертвуй собой ради спасения. Давай в яму затолчу. Убил! Все, убиваем последнего. О нет, я там что-то подорвал. Ну ладно, надеюсь, переживут. Вот блин, я быстро тебе попал. Да, попался. Тоже подойди сюда, слабачок. О нет, опять это команда, что это такое, что это за глюки? Он реально бессмертный, что ли? Да, мы его одного не можем укокошить. Сзади, ну ты крыса. Я его убил! Наконец-то, самая лучшая новость за сегодня. Ладно, идем уже домой быстрее. Капец. Быть супергероями настолько тяжело, то что тяжелее, чем работать на 10 работах. Ну да. Блин, мы его били где-то около 20 минут, серьезно? Тут какой-то еще один злодей. Может он добрый, где? А, он внутри нашего дома. Бородач. Здравствуй. Блин. Бородач. Он добрый какой-то, наверное. Это, наверное, Капитан Америка или кто-то из этих. Это Тони Старк. Так, ладно, давайте... Почему ходить не могу? Ты можешь? С какой скоростью я бегу, смотри. Ну да, мы быстро бежим. Ладно, погнали в дом. Надо бы отдохнуть. Так, сейчас забегу. Давай в дом наш. Угу. Я быстрее бегу. Это что тут было? Это не наш дом, это соседний дом. Кто-то взорвал. Значит, и наш дом кто-то взорвал. Не, наш дом целый вроде бы. Слушай! Тут нет, тут под землей я
его. Что? Это провода! По ним взрывалось это, вот смотри. Стой! А может быть, то были копии всего лишь Таноса, а настоящий Танос взорвал этот дом, типа, чтобы нас отвлечь? Походу, это не провода, это кровь. Наверное. Но тут ни одного никого нет, наверное, их уже и эвакуировали. То, скорее всего, Танос хотел нас отвлечь, чтобы мы просто-напросто отвлеклись на его копии. Будь здоровый. Все, погнали уже в дом, быстрее, пока наш дом не взорвали. Так, ну с нашим домом все отлично. День тяжелый, если честно. Да. Да еще этот житель смотрит на нас так. Угу. Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. С вами был я, Желейный Медведь Валера в Майнкрафте. И жил Коврик в Майнкрафте. Да, поэтому всем хорошего настроения.